Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy S22 Plus изменить язык клавиатуры. Для начала открываем настройки, затем переходим в раздел «Общие настройки». Настройки Gboard, языки, добавить клавиатуру. Перед нами открывается полный список доступных нам языков клавиатуры. Давайте выберем, например, конечно же, греческий. И нажимаем «Готово». И теперь давайте попробуем написать что-нибудь на греческом языке. И как вы можете заметить, у меня появилась греческая раскладка на моей клавиатуре. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.